Сегодня у нас 15 июня 2019 года. Татьяна Салмановна Мактур с Эйфудин сейчас же выходила. Смотрю, пошла посмотреть в ящике, корреспонденцию. Вот, прогулялась немножко, потом смотрю, кошки. Кошки сидят, еды нет, в общем, вынесла еды. Засняла, засняла я на камеру. Сейчас открою и вам покажу. Пересниму, то есть я переснимаю, потому что как отсюда загрузили, не совсем знаю с моего телефона. Вот. Ну, вчерашнее видео. Так, вчерашнее видео. Я оплачиваю. МТС, оплачиваю мой телефон, интернет. Так что вот. Это вчера, 14 июня 2019 года. На Долгоозерной, в Пяти Озерах, офис МТС. Александра Татьяна Юрьевна, мое новое имя, отчество и фамилия, Татьяна Салмановна Мактур Сейфудин. Так что вот. Массажи, перспективы. Моя красотка. Положила 250 рублей на мой номер телефона и 600 рублей на мой номер телефона, которым я пользуюсь интернетом. Эти массажи. Вот я на видео. Такая в головном уборе. Ну, не надо, постройся, это же эксклюзивные мои вот эти штучки. Постройся, ну давай я так что-нибудь такое положу, эти массажи, потом массажи. Как?
машина стоит. 868. Там стоит шина, шиномонтаж. Ой, кисы. Кисы, девочки, хорошие. Ой, есть у вас еда, наверное, это беременная киса. Наверное, у нее котятки. Боже мой, киса. Еды у них нету здесь. Еды нету. Хорошая девочка, нужно вынести еды, покушать. Еды нету.
отнесла в банк. Вот и так. Эротический нюхач. В магазине Семишанов вот здесь, во дворе. Заплатила я за покупки, товары, продукты моим наличными деньгами. Сейчас я вам показываю. И продукты тоже показала. Thank you.
Авторские права мои, для тех, которые там указаны на моих данных каналах, данных
остается в контакте, так что вот. Потому что это, конечно, такая вот съемка телефонная, там вообще портрета. Так обычно, знаете, сколько снимала, у два фотоаппарата было. Я снимала двумя фотоаппаратами, там была видеосъемка, очень такая четкая достаточно такая съемка. Так что у меня огромное количество видео не заснято. Которые я и выкладываю, вот сейчас я снимаю основные мои камеры на компьютерах. Зашла, разменяла в магазин 24 часа 1000 рублей для выживачку, потому что, ну, для себя, потому что мне надо было оплатить там, часть денег на интернет, часть на телефон, чтобы я разменяла. Ну что мы грант исполнили? Повторяю, я каждое видео. Вообще раньше думала, что мне по паспортным данным буду говорить, что получила сертификат на мой грант, на грант на 10 000 000 долларов, в общем, что это наличные деньги. Вот. Так что это еще паспорт. Кошачий зоопарк, да, господи, сука? В проекте кошачий зоопарк.
женщина была, там пачка в магазинчике. Такая, ну, она взяла тележку на колесах, сумочка, сумочки с собачком. Такая женщина в возрасте. Еще с огурцами вернулась. А вы знаете, я еще с огурцами вернулась, потому что хотела купить огурцы, смотрю, там практически нет огурцов. Вот как плотно. Походила по магазину, другие покупки сделала, возвратилась, смотрю, там полная, ну, как бы полная ящик огурцов, еще огурцы, а все, что дала огурцы, взяла еще. Хотела еще сопку сделать, ну, потом передумала, давай, я буду сопку делать.
плаваю, и становлюсь комментариями, да, если что-то такое комментирую. Наверное, я как-то сижу, что-то я сама что-нибудь просматриваю, вот ящичек мой посмотрела, что там есть. И сегодня я газетку выкинула там. Газетка в моем районе выкинула в комок, ну там, как читала эту газетку. Я собственник моей квартиры, которую я продаю. Комендантский 52-92. Ветера Анна, родительный. Так что да. Также я продаю номер из Петербурга, Санкт-Петербург, на 95 мазу. Ветера Эсборг, 24. Я уже пришла домой вчера с продуктами, понимаете, да? Я уже здесь пришла. А, сейчас надо. Я выключала электричество, сейчас я включаю электричество. Я радиотически включаю. Ох, супер эротически. Пришла с продуктами. Тебе нужно комментарий, что-то я смотрела, да. Так что собираюсь строить дом на железнодорожной улице, дом 20, поселке Белоостров, Санкт-Петербург. Там у меня половина дома, половина участка моей собственности. На участке я собираюсь строить дом. Ага, Василий Гарьянович мне сегодня сказал по телефону, что он уже печатал, я ему послала по имейлу выписку мою из ЕГНР на моей собственности на земельный участок, железнодорожная улица, дом 20, поселок Белоостров, Санкт-Петербург, он сказал, что распечатал. Так что вот, и такие вот дела. Так что вот, я, да, что такая суперзвезда, скажи, там в Голливуде. Скажите, там в Голливуде, что Татьяна Салмановна Мартынова и Фудин суперзвезда. Да, суперзвезда. И эту одежду, это я кидала эту мою одежду, да. Эту одежду я эротически кидала в моем мейлинге. И это эротическая выкладка кирпичей, это тоже я. Обратите внимание, как я выгляжу. Обратите внимание, это тоже я. Это когда тут несколько, когда там... неделю назад, так я получилась на балконе, на этом балконе, который куда-то идет. Обратите внимание, сама офигеваю от моего вот этого видео, от моей вот этой фото, это я на этом видео крупно вам еще показывала, запоказывала. Просто вот эти вот штучки-то я обрезала там в рынке, все вам объясняла, все говорила, вот посмотрите вот это видео, потом и вот это посмотрите, вот там я вышла, здесь же я, знаете, как я там в рынке снимала, на улицу выйду, снимают этим же фотоаппаратом, потом захожу в эллинг, этим же фотоаппаратом снимаю, сажусь, и чтобы вы видели, понимаете, чтобы вы видели вот это, что я хочу вам так донести, показать и так далее. Подписчика просто в шоке. Подписчика просто в шоке. Вот, вы понимаете, да? Вот. И, в общем, вот это я в моем эллинге, я вам пыталась это объяснить, что, почему, почему я это отрезала. Сейчас наглядно вам показываю. Вот смотрите, крупно я себя показываю, и крупно здесь себя показываю. Поняли, да, это тоже я. Это тоже я на видео. Это ответ на ваши вопросы. Почему там вот это вот, сколько здесь, несколько, наверное, часов очищала вот это вот все вот, что вот здесь перед тем, как встать. И вот, и этот коридорчик, и вот там, пока не очистишь, и вот там все внизу, и по периметру, и вообще всю мою собственность и так далее. Там. В общем, пока тут, знаете, такой вот этой чисткой, вот этой чисткой. Вот это вот все спускала, всю, всю грязь, которую тут... А, знаете, вот, мое вот это вот, когда я мусор-то выносила на неделе, я скажу, много, много пакетов мусора выносила, такая в шляпе, такая, такое, там, вот это говорю по поводу, вы поняли, да? Вот это вот мое лицо, и вообще вот этот мусор, вообще вот эта тяжесть, я вот эти пакеты, вот это все, вы поняли, да? Вот эта грязь, понимаете, вот это вот что, вот эта вот грязь, вот
вот это все, то, что вот они вот это, знаете, как это называется, вот это вот лицо мое, подержите наше говно. Татьяна Салмановна, подержите вот это вот говно. Вот понимаете, да как это можно посмотреть? Вот я вам показываю. У вас вопросы еще есть? Вы поняли, да? Как это можно посмотреть? Вот это можно вот так посмотреть. Это называется «Подержите, Татьяна Салмановна, наше говно». Я показываю себя вот. Сейчас снимаю себя. Это, как говорится, вот, ничего не делаю, никаких вот этих. Вот, снимаю себя на мой, так скажем, на мой компьютер. И вот, чтобы вы видели, что это и к чему, и почему. Вот называется «Подержите наше говно, Татьяна Салмановна». Вот это вот, то, что я вам показываю. А мы хотим быть вот, так скажем, то, что вы видите вот на своем большом экране. Мы хотим быть счастливыми, красивыми, успешными, молодыми и здоровыми. Подержите это, вот это говно. Вот это, вот как это можно посмотреть. Вы поняли, да? Ах, эти, как там, ах, как это называется, матом, хотела выругаться матом, этот агент 007 из вертолета, самолета, прям оттуда прыгаешь в этот 10-значный отель, вы поняли, да, к этим сценариям. А что вы хотите, у меня долги на Ютубе, что там, у меня долги, у меня там за мой эллинг коммунальные платежи нужно платить 290 тысяч рублей, вы понимаете, да, здесь у меня тоже 88 тысяч рублей по коммунальным платежам, деньги мне надо зарабатывать, сценарий писать надо, вот, вы поняли, да? Потом говорю, ой, мы как бы не знаем. Да, мы первый раз, а вы нам объясните, мы даже не в курсе, мы даже вообще не поняли, мы ничего не знаем, а что это вообще вот это орание по поводу стен, вот это стучание было. Вы поняли, как они ломились вот это вот всеми вот этими квартирами ко мне ломились, когда 3 месяца назад, когда я там вот этот вот номер и вот такие штуки, вот это такой стук был, я полицию вызывала. По какому поводу? Вот по этому поводу они стучались. Вы поняли? Вопросы еще есть? Вот по этому поводу они стучались. Посмотрели направо, налево. А так вот на пальцах, понимаете, вот это вот на пальцах. На пальце вы нам объясните. Вот я вам показываю. Показываю еще раз. В эллинге показываю, а здесь показываю. Захуелось уже это все чистить, понимаете? Захуелось. Сейчас я выложу. А как они хотят? Здесь нужно кардинальные меры принимать. Понимаете? Кардинальные платежи платить надо. Мои, в общем... вывозить вещи сюда из Петергофа мне надо, вы понимаете, да? Коммунальные платежи платить надо, я вам уже озвучила, деньги зарабатывать надо, сценарий писать надо, а что там, понимаете, а что здесь сидеть? Понимаете, что здесь сидеть? Понимаете, здесь вот не оборудовано ничего. Я вон сколько уже 4 месяца мою посуду в ванной, все, знаете, все вот это вот брязгаюсь, понимаете? У меня даже из моего эллинга даже вот эту штуку, как там, покрашенную, Дима мне Егоров красил, не привезла еще. Понимаете, все здесь сижу, понимаете? Так что вот эти сценарии с вертолета, он прямо на этом Хаммере едет по этой пустыне, и прямо на этой лестнице, на этот вертолет его, на вертолет, а за ним погоня, а он на этом вертолете на лестнице, туда, и прямо вот туда, в эти, как там, в этот в сказочный отель. Как это, в Абу-Даби, знаете, там Абу-Даби есть 7 звезд отель, вот этот вот стоит, вот это 7 звезд, там прям с этим, с консьержами и 10 комнат, и просто эксклюзив, только плати, там что-то, по-моему, 50-30 тысяч долларов, по-моему, там одна ночь 40 тысяч долларов стоит, заплатили бы лучше за мой грант и привезли мне, что тянуть-то, что тянуть, сразу бы взяли и привезли, что летать на самолетах, сразу взяли и привезли. Вы поняли, да? И он сразу туда, на этом вертолете с этой лестницей. Вот это отель в 10-звездочный, понимаете? Вот этот 10, как он там? Этот, как там? Бурж? А-ля Бурж? Или как он называется? Я его даже забыла. А-ля Бурж сразу туда. Сразу в эти номера. Я к вам еще приеду. Вы там готовьтесь. Вот этот а-ля Бурж, как я посмотрю. Мне очень понравился. Там такой...
такие номера, такие эти мужчины восточные, понимаете, вот этот бурш, вот это вот все, это красота. Вот сижу, короче, этими швабрами на заднем вот этом, на заднем плане, вот это, убираться надо, вы поняли, да, вот это охренеть, а мне это надо, вот это убираться. А что я буду убираться? Вот так вот взяли все это, сразу убрали и все, а я тут буду сидеть отдыхать вообще, вот это, пойду тут вот это, понимаете, вот это вот Бреда Порте, в общем, дизайн, эти видео, потом мне надо видео снимать, я уже заколебалась, если вот это вот брезгаться, эту посуду, мне полы надо мыть, посуду надо мыть. Понимаете, я уже заколебалась, понимаете, вот заколебалась очищать ваше говно. Понимаете, тоже хочу сесть, понимаете, эти книжки, мне семинары нужны, вода у любви и секса написать, об искусстве жизни. А я все тут это колебаюсь с очищением, вы поняли, да, я вам уже показала, вы поняли. Чтобы не возникало вопросов, а то они, да, так это рот раскроют и будут мне стучаться. Понимаете, вот еще раз постучаться, понимаете? Вы поняли, да? Стенку собираюсь там красить. Около лифта. И нехуй ко мне стучаться. Этим мокрым полем буду красить. Потому что она вся нахуй облезает. Что там нахуй все это облезает, а снова опять все это красить надо. Буду мокрым поливом красить. Будет мокрым поливом. Закрашу белым цветом. Вы поняли, да? Так что вот. И стучаться ко мне не надо. Сразу позвонили 112 и все. И вызвали себе полицию. Если у вас есть вопросы. Напишите заявление. Если у вас есть вопросы, напишите заявление в полицию. По какому поводу? Что она нахуй облезает эта стенка, которую уже красить надо. Я за свой счет, между прочим, собираюсь это покрасить. Вон там рыжий уже часть покрасили. За свой счет у вас я денег не спрашиваю. Так что вот, вон ребята там орут. Так что вот такие вот дела. 18 часов 22 минуты. 15 июня 2019 года. Видоны из окна. Вот такие вот дела.